лошади в боксах. И дан старт скачки. Прием выигрывает госпожа Удача. Принцесса София второй. Далее вечеринка Терск. Тут же крепость Сивер. Скачку ведет госпожа Удача. Крепость Сивер на втором месте. На третьем вечеринка Терск. На четвертом месте принцесса София. Принцесса София выходит на третье место. Далее Маяда. И замыкает скачку Пеломения. Лошади приближаются к отметке 500 метров, половина дистанции позади. Принцесса София выходит на второе место. 500 метров пройдено за 37 секунд. Компанию на финишную прямую выводит госпожа Удача. Принцесса София по бровке на втором месте. Дальним полем Маяна делает бросок. Скачку ведет госпожа Удача Терск. Принцесса София второй. Госпожа Удача, принцесса София Маяда. В этом порядке лошади приближаются к финишу. Госпожа Удача с преимуществом впереди. И она выигрывает скачку. Принцесса София второй, Маяда третий, вечеринка Терск четвертый, крепость Сивер. И замыкает скачку Пеломения.